9 декабря мы приступили к подготовке самого большого в Печенском муниципальном округе форума «Женщины с севера. Путь к себе». Благодаря нашим партнерам «Мама Моделс» мы открыли свой день среди настоящих юных моделей «Никеля» из «Заполярного». Очень яркое событие, то есть новый опыт и возможность тоже совместно дальше продолжать что-то реализовывать. Самые юные участники мероприятия продемонстрировали все свои навыки и таланты, и, надеюсь, их ждет настоящее будущее в большой моде. Также к нам присоединились активные участницы женского клуба «Женщины Севера» и начали готовить центр к приему гостей, которые придут уже 10 декабря. Девчонки наши готовились, они готовились накануне к форуму. Они собственноручно со своими детками готовили пряники, украшали пространство. Порядка 90 пряников ждет своих счастливых обладательниц среди настоящих женщин севера. Девчонки смогли создать своих маленьких таких питомцев, флорариумы, которые украсят центр уже 10 числа. Открою вам секрет. Все растения, которые растут у нас в квартирах, это нужные, да, растения. Для участниц женского клуба форум не только площадка для коммуникации, но и возможность поделиться успехами наших женщин, которые мы достигли в течение года. Девушки активно принимали участие в волонтерском кампусе. Порядка 5 участниц женского клуба присоединились к нам в очистке реки. Также в течение всего года мы организовали серию мероприятий по поддержке Центра защиты материнства «Колыбель», собирая наши добрые коробочки с детскими игрушками и такими нужными малыми вещами для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В итоге нам удалось объединить более 80 активных женщин Печенского округа и вдохновить их на новые свершения. А к чему это приведет, надеюсь, мы узнаем уже в 2024 году.